Всем привет! С вами Константин, и вы на канале «Строй Гарант Анапа». За последние полгода цена выросла у нас на 25%. Связано это с множеством факторов, но основной фактор – это подорожание строительных материалов. При всем этом спрос на недвижимость ничуть не уменьшился, а даже возрос. Несмотря на то, что ипотека в банках, ставка поднялась даже в несколько разов, но тем самым не стало ничуть меньше клиентов, а наоборот даже увеличилась. Поэтому мы максимально держим цену для того, чтобы нашему клиенту сегодня было комфортно, удобно и, самое главное, безопасно приобрести дом в нашей компании. Следующий вопрос. Сколько домов есть в нашей компании на сегодняшний момент для того, чтобы приобрести их, прям приехав, выбрать и купить? На сегодняшний момент в нашей компании в районе 30 объектов, которые мы можем предложить для наших клиентов уже, которые приедут посмотреть, купить и заселиться. Также есть дома, которые у нас подходят под ипотеку. Более подробную информацию вы, конечно, можете узнать у нас на сайте или позвонить по телефону, который сейчас вы у вас на экранах, связаться с нашим менеджером, который полностью вам даст всю информацию подробную по каждому объекту. Мы на сегодня строим в трех коттеджных поселках. Это в Анапском районе у нас коттеджный поселок «Жемчужина», также в Темрюкском районе это коттеджный поселок «Встречный» и «Азовский», где у нас располагаются непосредственно наши объекты. Здравствуйте, меня зовут Павел Павлович, я директор по строительству. В этом году мы рассматриваем новые поселки, готовы выслушать ваши предложения по названию этих поселков. Обязательно эти поселки будут реализованы, построены, будет красивая инфраструктура, ну и все вопросы такого порядка. Мы слышим ваши предложения по доработке сайта, чтобы вам было проще выбирать дома, а также оформление сделки дистанционно. На этом все. Заходите на наш сайт, мы подберем для вас дом. Строительство коттеджа состоит из этапов работ. Первое – это подборка участка, выбор его. Второе – это заливка нуля, фундамента, его по-разному называют. Третье – это кладка стен. Четвертое – это кровля. Пятое – это коммуникации. И шестое – это внутренняя и наружная отделка.